Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 364. Рассмотрите репродукцию картины Сыромятниковой «Первые зрители». Назовите предметы, изображенные на ней. Подберите к ним прилагательные, обозначающие размер, цвет, форму, принадлежность кому-либо. Запишите словосочетание. Прилагательное – зависимое слово, плюс существительное главное, творительное или предложном падеже. Оставьте вопросы от существительного к прилагательному. Огромной картины. Картины какой огромной? Чем картины? Творительный падеж. На деревянном табурете. На чем? На табурете. Творительный падеж. На табурете каком? Деревянном. Полевыми ромашками. Чем? Ромашками. Творительный падеж. Ромашками какими? Полевыми. На большом мольберте. На чем? Предложный падеж. На мольберте каком? Большом. Под разноцветной палитрой. Под чем? Под палитрой. Палитрой какой? Разноцветной. Падеж творительный. За светлой историей. Зачем? За историей. За историей какой? Светлый. Творительный падеж. Художественными кистями. Чем? Кистями. Творительный падеж. Кистями какими? Художественными. За открытой створкой. Зачем? За створкой. Творительный падеж. За створкой какой? Открытой. Понравилось видео? Ставь лайк. Подписывайся на наш канал. Есть предложение или пожелание, оставляй в комментариях. Со всеми прощаюсь. До следующего видео.